А как она называется? I mean, it has no name. This has no name. Okay, good. А музыку? Вау! Кул! Ну это по городу ездить, это только... Вот если в Райте будешь, надо там... Господи, не смог с тобой справляться. А этот самый remote control не нужен? Не, я не знаю, что это за remote control. А еще и, если я правильно понял, он должен играть музыку. Он... Вау! Прямо оттуда, что ли? Арит, с днем рождения тебя! Правую ногу вперед. Правую ногу вперед, левую ногу назад. Вау. Поэтому она разделена. А что-то та, я не помню, чтобы она была. Не, они все разделены. Так и не работают. Нет. Ты контролируешь каждое колесо. Поэтому много контроля. Ладно, я потом тоже попробую. Давай я тоже попробую. Только ты меня опять поднимешь. Даже не тявкает. Не пугает, только есть. Нифига в контроле. Нет, подожди, я без тебя не могу. So, левую, потом... It's fine. Just баланс прямо посередине. Она уже вторую включила. Yeah, потому что ты поставила левую, значит, ты можешь правую вставить. Она говорит тебе, что делать. It's fine. Just stand first. You're fine. Just неправильно. Stand. Неправильно. А, ногу неправильно. Все сделай. Не двигайся. Просто пытайся... Она разворачивается. Значит, она все должна... Она все правильно. Это ты баланс неправильно держишь. Если она двигается, то что ты баланс неправильно держишь. Нет, я специально не двигаюсь. Окей. Поехала, смотри. Андрей, на работу будешь ездить. Давай остановиться. Теперь правую ногу вперед, левую ногу назад немножко. Понимаешь, у меня одна нога неправильно стоит. Ну тогда... А как снимать с ней? Сразу? Просто одну ногу снимаешь, и она... Одну ногу снимай и... А, повернула. Изи. There you go. Yeah, see, the wow! Анфиса поехала! Очень классно. Just start. Подними одну ногу. Keep balance on one foot. Как баланс на одной ноге? А каску надо одевать. Ну, Сара, это последняя игрушка, которую мы тебе подарили. Все, welcome to the... Вот это и надо было.